Эффективность работы инспекторов по делам женщин с женщинами, которые оказались в трудной жизненной ситуации, базируется на понимании, что невозможно рассматривать личность вне зависимости от ее взаимоотношений с окружающим миром. Действия инспекторов предусматривают выполнение трех задач – помочь женщинам, поддержать их и способствовать дальнейшему развитию. Об этом и многом другом с участницами проекта побеседовала начальник отдела по вопросам женщин Главного управления внутренних дел города Ташкента Ширин Нарматова. После беседы для участниц проекта «Я сильная женщина» был организован мастер-класс по мыловарению. Сотрудница ГУВД города Ташкента Фатима Мавджудова рассказала обо всех тонкостях данного увлечения, какие нужны компоненты и где их можно приобрести. Мыловарение – это особый вид искусства. Изделия из мыла могут стать особенным подарком, созданным с душой и любовью своими руками. Каждая женщина попробовала изготовить красивые цветы из мыла и собрать для себя букет. Также был составлен бизнес-план для желающих заняться этим видом творчества. Очень радует, что данный проект помогает женщинам в дальнейшем саморазвитии.